Привет всем, это канал Кинописьма. Ставьте лайк, поехали. Бывшая жена Евгения Петросяна, Елена Степаненко, заболела коронавирусом вслед за экс-супругом. Еще недавно журналисты всерьез переживали за состояние здоровья Евгения Петросяна. В столь почтенном возрасте коронавирус переносится организм значительно тяжелее. К счастью, комик вернулся в строй достаточно быстро. Тогда же представители Петросяна шутили. Степаненко не стоит сильно радоваться, ведь Евгений сдаваться не намерен и уже в ближайшее время вернется в строй. На днях же стало известно, что неминуемо участь настигла и саму Степаненко. Медики диагностировали у 67-летней Елены коронавирус. Источники рассказали журналистам, что телеведущая пока что лечится дома, однако не исключено, что ситуация может ухудшиться. Примечательно, что еще недавно Степаненко находилась во всеоружии. Бывшая жена Петросяна активно обсуждала, кого на самом деле мог появиться маленький Ваган. Елена, как и дочь Петросяна, были уверены, что артист к малышу не имеет никакого отношения, а Брухунова этот факт от публики скрыла. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.